В Новосибирске магистрант кафедры психологии зарезал своего одногруппника, а потом опубликовал исповедь в интернете. Все произошло прямо у входа в университет во время перерыва между парами. Примерно студент отличника, как описывают его педагоги, Денис Миллер напал с ножом на своего хорошего знакомого Дениса Губарева. Дважды ударил в область груди. Убийца объяснит мотив расправы в соцсетях. Вот его пост на одной из страниц. Однокурсник якобы увел у него девушку, но измена – причина, будто бы второстепенная, главная причина, другая цитата, взбесила и не давала покоя его позиция в духе «я был таким, как ты, и за это себя ненавижу». Вероятно, подробнее преступник все расскажет уже на допросе. Его задержали в ближайшее время безумному магистранту-психологу. Изберут меру пресечения.